последний раз попытки модернизировать подстанцию «Новая» в Узгене предпринимались в 1980-х годах. Тогда при установке трансформатор был рассчитан на 500 абонентов. И сейчас, когда местное население за 40 лет выросло в 5 раз, сбои в подаче электроэнергии участились. Старый трансформатор был заменен на новый, мощность которого в 2,5 раза больше. Срок службы этих трансформаторов 25 лет. К тому же мы получили 5-летнюю гарантию на его эксплуатацию. Его мощность 10 тысяч. Он обеспечит полноценным бесперебойным электричеством 2500 абонентов. В этом году техническая модернизация будет произведена на 7 объектах в Ошской и Баткенской областях. Работы будут проведены по очередности. Стартовали они на подстанции Чавай в Баткене и будут завершены к концу года в новостройке Каттасай в Оше. По оценке, 85% из 127 трансформаторов на 87 подстанциях в настоящее время нуждаются в полном обновлении. Стоимость одного трансформатора 10 миллионов сомов, необходимо обновить еще 100 таких. Если бы тарифная политика за электроэнергию была пересмотрена, аналогичные проблемы были бы решены. Усилия по обеспечению бесперебойным электроснабжением населения недостаточны. На первом месте должны быть качество и безопасность линий электропередач, говорят эксперты. Нужно отметить, что причиной аварийных отключений становится и человеческий фактор. Часть линий электропередач проходит между высокими деревьями. Как только дует сильный ветер, происходит аварийная ситуация. По этой причине иногда случаются и пожары. С начала этого года уже проделана работа по замене 2 километров линий электропередач, которые эксплуатировались еще с советских времен. Отметим, что у Ошэлектро более 420 тысяч абонентов. Дастан Касканов, Джебек Апарбекова, Нуркуз Абдрахманова, Алатау 24, Ошская область.